Итак, Одесса. Одесса – красивый город на нашем юге и на чьем-то севере. Обычно очень жаркий август, когда мы по ночам обливаемся потом, а серая морская вода не охлаждает, а засаливает. Дачки здесь маленькие, такие квартирки без крыш. Засыпаешь один, просыпаешься впятером. Жуют здесь все и всегда. Семечки, креветки, копченую рыбу, виноград. Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду. Хрумкают, щелкают, лузгают, посапывают, слушают ртом. Рты прекрасные. Смесь украинской, русской, греческой и еврейской породы. А я сижу на даче, все поет и цверикает. В голове пусто. Ни мыслей, ни монологов, ни сцен, ни междометий. Пусто. Мысль, что держал в голове, потерял. Оставил тщеславие и на одном жизнелюбии доковылял до воды весь в пыли. Сползая с плит, попал между. Вода окрасилась эстрадной кровью. Итак, милостивые государи, включайте воображение и звук. Я расскажу вам об Одессе, заикаясь, запинаясь, повторяясь, слегка припадая на акцент, задерживаясь на красивых женщинах взглядом. Одесса, к сожалению, худеет на глазах. Разбегаются ее косточки, растекается кровь. Язык становится обыкновенным, а не тем прелестно безграмотным, который так любят рассказчики. Одесса в оттиснутом виде, как медовый абрикос, расплющенный на мостовой, как красивая женщина, дрожащая студнем на верхней полке поезда Караганда-Учкудук, как полковник в нехороших носках на составленных стульях в аэропорту Быкова. Я расскажу вам об Одессе, нет. Я расскажу вам о том месте, где пригорелая пыльная степь сходится со свежим синим морем, образуя на стыке что-то особенное. То ли цвет, то ли музыку, то ли походку, то ли улыбку, то ли соленую рыбку или сладкую ягодку. А может быть, загорелых красивых мужчин и женщин. Это будут рассказы разных лет, написанные писателем Мишей Жванецким, произведение которого мы с Витяней Ильченко играли всю жизнь. Это будут рассказы разных лет. Некоторые вам известны, некоторые шли по телевидению, но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. А так, вообще, захотел – пришел, захотел – побежал дальше. Когда у нас в магазинах такие цены, а в Государственной Думе такие люди, жизнь становится необычайно интересной. А я сижу на даче, пью кофе, бью по спинам комаров, гляжу, как баллонка через листву, наблюдая жизнь, проклиная судьбу и не имея сил в ней участвовать. Итак, Одесса. Одесса, пляж, жара, Аркадия и, конечно, горит пирожковая. Ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летели, как шрапнель. В белых халатах черного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами. Зрители заполняли первые ряды. Минут через 40 под овацией появились пожарные. Все их дальнейшие действия сопровождались аплодисментами. Особое оживление вызвало сообщение старшего, что у них нет воды. И они под крики «Браво!» потащили куда-то шланг. Зрители советовали им тащить туда же пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было неловко, и народ побежал за женой с криком «Подождите, не тушите, пусть они тоже посмотрят». Особо живописен был старший огнетушитель, ввиду жары, находящийся в жуткой брезентовой робе и черных сатиновых трусах типа «Верность». Зрителям импонировала его невысокая скорость и неумение отвинтить вентиль. Когда действия пожарных совершенно в стороне от огня закончились, они стали приближаться, на пожаре наступил тот момент, который так ценят шашлычники. Пламени уже не было, а угли были чуть подернуты пеплом. То есть те, кто жарили на шампурах помидоры и огурцы, жутко облизывались.
когда в стволах наконец появилась вода, и угли уже погасли, и народ побежал смотреть, как двое пьяных под ударами волн пытаются вскарабкаться на высокую, скользкую вертикальную стенку. В Одессе очень благодарный зритель, тем более, что в городе сейчас такая скука, а гастроли Московского театра сатиры себя не оправдали. Миша, к вам актриса приехала в гости, приходила, сказала, завтра зайдет. Спасибо. Миша, к вам такая актриса в гости приходила. Красивая блондинка, Люда зовут, москвичка, сказала, завтра зайдет. Спасибо. Дядя Миша, к вам актриса в гости приходила, сказала, завтра зайдет. Гена, иди гуляй. Дядя Миша, правда она не актриса, она спортсменка? Нет, актриса. Нет, спортсменка. Актриса, спортсменка. А загулях была. Нет, на москвиче. Дети, гуляйте. Миша, на тебя актриса приходила такая красивая, сказала, завтра зайдет. Миша, ты на здоровьечко не жалуешься? А что вдруг, слышишь? Миша, красивая такая, вот голос сыпнет, видимо, дождь пойдет. Миша, красивая такая, ее Люда зовут. Она не то на москвиче приезжала, не то на жигулях. Я марку не разглядел. Я с утра марку не разглядываю. У меня марка с утра не разглядывается. Миша, красивая такая, помню, Люда зовут, вот голос сыпнет. Миша, как у меня сыпнет голос, так дождь идет. Слышишь, красиво. Я тебя охарактеризовал ей, как только можно было тебя хорошо охарактеризовать со всех сторон. Я тебя охарактеризовал со всех сторон одинаково. Вот голос сыпь. Миша, дай пару копеек, чтобы дождя не было, а? Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй, я сказал. Миша, к вам актриса приходила? Да. Она такая красивая? Да. Я Люда зовут? Да. Она такая ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Блондинка, да. Она сказала, что завтра она была не то на москвича, не то на жигуляк. Я не разглядел. Миша, она завтра в это время зайдет. Вы в это время будете дома? Да, я буду. Миша, мы все будем, так что не волнуйтесь, мы ее все встретим. Дядя Миша, ее Люда зовут. Иди гуляй, сказал. Миша. Да тебя такая баба заходила. Я с ей так тихо поговорил, чтоб твоя баба не слыхала. Ты же знаешь эти бабы. Я ж по себе знаю. Позапрошлой ночью моя верещала, как порося. Она у меня заколку в бруках нашла. Миша, я тебя поздравляю, красавица. Люда зовут. На москвиче я приезжал. Миша, днем у нас дома никого. Ключи и я в твоем распоряжении. Дядя Ваня, это деловое. Ну да, деловое. А я еще говорю, что это баловство, пропади оно пропадом. Миша, красавица, жду 17 ключей твои. Я тебе желаю и пуха, и пера. А меня к черту. В Одессе был старик-сантехник. Потрясающий старик, с 7 утра уже на ногах, под легким давлением, с легкой закусочкой, жил в здравии очень долго. Все знают таких, все на них пальцами показывают. Вот, смотрите, мол, и пища нездоровая, и падают, не бьются, в холод не болеют, зарядку не делают, жуткий образ жизни ведут. И живут, и выпивают. Вдруг старик приходит к соседу с повесткой «трезвый». Вам надлежит явиться завтра на Бебеля в КГБ с паспортом и повесткой. Старик с вечера не пил. Утром в окошко сержант проводил его в комнату номер 16. Там сидел строгий начальник, долго сверял паспорт с повесткой. Потом говорит, Антон Филимонович, вы действительно получили бы удовольствие, если бы Леонид Ильич Брежнев поцеловал вас в задницу. А, старик чуть не умер. А, кто вам сказал? Такой человек, генеральный секретарь. Куда в зад? Что другого места нема? А зачем же вы 16 апреля, 8 часов утра, на улице Советской Армии, угол 905 года, заявили, что если чего кому не нравится, пусть Леонид Ильич Брежнев поцелует вас дальше по тексту. Да не было текста, гражданин начальник, да вы что, я ж мухи никогда, я под этим... Да не, ребята, кто мне заложил, я так тихо говорил, а? Да не, гражданин начальник, да вы что? Ну, в общем, его отпустили. Через неделю он умер, не мог больше пить. Алло, Гриша. Да,
кто это? Это Миша. Сейчас я подойду к другому телефону. Не надо. Здесь плохо слышно. А я ничего не собираюсь говорить. А? Я ничего не собираюсь говорить. Вот видишь, я тебя не слышу. А я тебя слышу хорошо. А я тебя очень плохо. Так я ничего еще не говорю. А? Я ничего не говорю. Что ты хотел сказать? Ничего. Громче. Ничего. Медленней. Ничего. Ничего? Да. Что ничего? Да. Алло, это Миша? Да. Это Гриша говорит. Да, Гриша, я тебя слышу хорошо, не кричи. А я тебя очень плохо. Так я ничего еще не говорю. Что ты хотел сказать? Ничего. Громче ничего. Когда ты приезжаешь? 24-го. А? 24-го. Я тебя не слышу. Я тебя слышу хорошо, говори. Не надрывайся. Когда ты приезжаешь? 24-го не кричи. Когда ты приезжаешь? 24-го не надрывайся. Я тебя слышу хорошо. А я тебя очень плохо. Когда ты приезжаешь? 24-го. Какого? 24-го. Кто? Я. Что? Приезжаю. Когда? 24-го не кричи. Так, все, я, слава богу, тебя опять не слышу. Я тебя слышу хорошо, говори. Что? Ну спроси, когда я приезжаю. Когда ты приезжаешь? 24-го. Так, все, я буду говорить только цифры, а ты только говори да или нет. Хорошо. 21-го? Нет. Да? Нет. 22-го? Нет. Да? Нет. 22-го нас не будет дома. И не надо, я не приезжаю. 23-го? Нет. 24-го? Да. 25-го? Нет. 26-го нас опять не будет дома. И не надо, я не приезжаю. А, так мы тебя не встречаем. Все, слава богу. Теперь я слышу. Все. Кто здесь? Кто здесь только что сказал футбол? Кто только что я слышал, где этот нахал? Кто сказал футбол? Кто сказал, где этот нахал? Подведите меня к нему. Но меня сейчас не волнует. Меня сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущем сезоне. Я всю жизнь на стадионе, у меня от семечек язва желудка. Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое, да? Тебе весело живется. Мальчики, девочки, подожди, будет и язва. У тебя все впереди. Но ты меня сейчас не волнуешь. Меня сейчас волнует совсем другое, как у наших пойдут дела в будущем. Давно ли я в футболе? Ты посмотри, такой молодой, такой нахальный, а? Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями, и лежал пересыпанный тальком. Я уже играл за сборную Одессы хавбеком. Закалка до сих пор. Посмотри, какой здоровый, а? Закалка до сих пор. Крепкий, как... Смотри, какой мне 75 лет. Мне никто не дает. Пробежка, штанга до сих пор. 75 лет, ты мне дашь? Мне никто не дает. Девочки, не торопитесь, мне пока 75 лет. Ты мне дашь 75 лет, а? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Давно ли я в футболе? Он спросил, как мы играли? Какой это был футбол? Я помню, берешь мяч, идешь по краю. Где свои, где чужие, где стадион? От всех уходишь, на взлет идешь. От земли отрывало. Сейчас футбол, это балет. Это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола. Валяются по полю, целуются. Он гол забил, балерина. Мы шли грудью, как мы играли. Ох, какая была с испанцами игра. Я помню, я был в черном, они в полосочку. Помню, я взял мяч. Помню, обошел одного. Помню, обошел другого. Помню, обошел третьего. Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше, мне дали в другой глаз, а я бегу. Глаза подбиты, я мчусь, здоровый как бык. Свечка, мяч идет на голову, я его принимаю, а это кирпич. В пыль! Пыль! Да не голова, а кирпич, пыль! Что ты смеешься? Дал мне 75 лет и смеется. Как мы играли, я был сумасшедший игрок. Я мечом штангу перешивал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую фотоаппарат. Я как я кусался, как я играл лево, играл правое, сухой лист, лавровый лист. А спрашивают, давно ли я в футболе. Я был, у меня здесь двух ребер нет. Это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил гад вратарь.
Они меня все хотели вывести из строя, все, любыми способами. Может, я был неудержим, я был сумасшедший. Как я играл, я был самый грязный, я без гола не уходил. Я без гола не уходил. Они заканчивали игру, я забивал гол, я не мог уйти без гола. Давно ли я в футболе, он спрашивает. Давно ли я в футболе? Ой, Байстрюк. А я помню, как мы играли. У нас было три брата. Мы играли, помню, с турками. Или это были не турки, но так похоже. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы еще делали, мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, пошел вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет: «Прыгай, Сеня, сзади!» Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, и пароход Крым, и Дерибасовскую, и сломал ногу. Правую, любимую, сломал. Иди пощупать, разрешаю. Иди пощупай. Ниже возьми. Нет, не здесь. Ниже возьми. Все, отойди от ноги. Давно ли я в футболе, он спрашивает. У меня кладос до сих пор. Я тебе из 9-9 пенальти попаду в девятку. Дайте мне мяч. Дайте что-нибудь кружку. Дайте я ему сейчас. Дайте я ему покажу. Дайте мне что-нибудь. Кружку пива 100 грамм дайте. Дайте я ему сейчас покажу. У меня кладос, я с 30 метров сигарету вышибаю изо рта. Дай ему сигарету, возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров, дай мне кирпич, дай мне кирпич. Что ты боишься, я попаду, что ты боишься? Испугался, 75 лет, ты не боялся мне дать, а? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас, кому? Киеву? А, ребенку. Сейчас я вспомню, сейчас тебе скажу. Я сидел в 15-м ряду, он бил левой ногой в правый угол. Да, ему сейчас 40 лет, моему сыну. А что, Одесса, это Одесса и футбол, это главное. Мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе от разрыва сердца. Я ей сказал, чтобы я уже увидел такую игру, я бы тоже умер спокойно. Чтобы они так играли, как они пьют нашу кровь. Когда они почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нервы. Он схватил сладка бублики и бросал в народ. А, я забыл! Ты же не знаешь Гроссмана, ты же молодой. Великий одесский болельщик. Когда Котя Фурс обошел Рябова из московского «Динамо» и забил Яшину гол, он вскочил на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!» И плакал вот такими слезами. Потому что мы играли в футбол, мы не за деньги играли. Ох, это была игра с англичанами, никогда не забуду. Я был в ударе, я обошел одного, обошел другого. Этому сделал форточку, этого бортанул сюда, он ушел туда, я ушел к себе, он ушел черти куда. Я подошел к штанге, они меня в штангу, я вывернулся головой. Штанга в дребезге, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва наложили, 32, иди засчитай, если ты умеешь считать. Но с 30 давно ли я в футболе? Ты Хижникова видел? Не видел. А Степанова помнишь? Не помнишь. А Дубину Двоенкова? Не знаешь. А Манечка написал книгу «20 лет в апсайте». Ты читал? В Одессе играл единственный глухонемой. Единственный в мире глухонемой. Ему ФИФА разрешил играть. Он был такой игрок. Он был блестящий. Как он играл? Он каждые 5 минут забивал гол. Ну, не слышал свистка, но он глухонемой был. А он мне дал 75 лет, он мне весь день испортил, он мне всю жизнь испортил. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел, он мне дал 75 лет. Оп, оп, оп. Оп, оп, ой-ля-ля-ля, оп, оп, ой-ля-ля-ля, оп, оп, ой-ля-ля-ля-ля. Оп. Дмитрий Михайлович Козак, великий администратор Одесской филармонии. Его можно было любить, можно было ненавидеть. Это был великий администратор. Он всегда стоял на улице возле филармонии. А дело делалось и без него. Великий администратор в момент великого ажиотажа, когда лишний билетик спрашивали за 5 километров, в последний момент рвал последний билет и говорил: «Начали!» Великий администратор. Он встречал только великих артистов. Он говорил так: «Посмотрите на эту телеграмму. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Как будто бы они не знают, что этот хор публику не соберет, а родственников у них не хватит даже на первые 3 ряда. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Они притворяются, и я притворяюсь. Пусть едут. 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных. Братскую могилу они будут иметь у меня в гостинице «Спартак».
Потому что есть такое понятие, как успех. Если едет ойстрах, даже сын, он будет иметь успех. А этот хор в составе 130 человек, который дал такой осадок уникальному зданию Одесской филармонии, получит то, что он заслуживает. Коммунистическая партия учила нас, что люксы, одноместные номера должны иметь артисты. Народный артист. Вы слушайте, что я вам говорю. Вы слушайте меня, вы молодые. Вы слушайте, пока я еще говорю. Вы сначала разверните дело, а потом включайтесь. Что вы воруете с убытков? Воруете с прибыли. Коммунистическая партия учила нас. Не воруй по-маленькому. И сажала непрерывно. Никто так не сажал, как наша коммунистическая партия была права. Потому что люди других убеждений должны сидеть отдельно. Дмитрий Михайлович впервые выехал с нами в Ленинград, где встречали только его. Вот он, Козак. Это Козак? Да, это Козак. Это он, маленький лысый. Да, это Козак. Вот это, да, это Козак. Вечером Козак дал беседу в нашу честь. Спросите у любого прохожего, давал ли Козак когда-нибудь ужин артистам, и вам скажут, никогда. Его поили, его кормили, перед ним ходили на цирлах, а он никогда. Потому что по одной стороне улицы ходит беспризорный зритель, по другой такие же беспризорные артисты. Они даже не видят друг друга, пока их не соединю я. Я о себе невысокого мнения. Я не знаю, что такое тангенс. Но я знаю, как соединить талант с публикой. И делаю это, к сожалению, безошибочно. Почему, к сожалению, я нажил себе много врагов. Бездарность я принимал только по указанию коммунистической партии, в которой я состоял 30 лет. Потому что я ей доверял, а она мне нет. Нет, у нас, если умеешь, можно жить. Я в восторге от нашей страны, хотя она разваливается. Коммунистическая партия была во многом права. Но она не слушала своих коммунистов и жила сама по себе. Ее первоначальная идея советоваться с бедняками и нищими не совсем себя оправдала. Голодный не хочет управлять, он хочет кушать. А мы ему не даем это замкнутый круг. Вас я бы любил сразу. Рома, Витя, Миша, вы великие сатирики, великие артисты. Вас даже не интересует, за чей счет этот ужин в Ленинграде. И правильно, вас должно интересовать только искусство. Все остальное потом. Но потом же надо спросить, кто платит. Может быть, он даже здесь сидит. Но вы не любопытны. Это хорошая мужская черта, особенно в ресторане. Вы мне сейчас скажете, что вы мало зарабатываете. Я вам скажу, что я получаю копейки, а Майкл Джексон получает миллионы. Так кто из нас негр? Мы не должны забывать, что мы родились в нашей стране не по своей воле. Если мы родились по своей воле, может быть, мы родились бы в другом месте. Мы у нас родились почему? По убеждению. Коммунистическая партия учила нас, не думая о себе, думая о других, тогда все другие потом будут думать только о тебе. Но это теория, на практике все иначе. На практике все наоборот. Но красота нашей жизни в теории. Мы ее себе придумали и так себе поэтому красиво живем. Она на практике все иначе. На практике. Вася Шип, который пел у меня третьим в хоре при помощи партбилета, сейчас ректор Одесской консерватории. А бывший первый секретарь обкома ходил за мной с кошелкой по привозу и кричал, почему они послали футбольную команду в Чили? Вот вам практика, вот вам первый секретарь обкома с кошелкой по привозу. Вот практика, вот вам теория. Я слыхал, что где-то соединили практику с теорией, по-моему, в Ташкенте, ну, их всех посадили. Что вы ерзаете, Витя? Что вы ерзаете, Витя? Смотри, он ерзает. Витя, что вы так ерзаете? Что вы заерзали, Витя? У вас что, шпильки там? Что вы ерзаете? Как он заерзал? Витя, что вы там заерзали так? Вас интересует резюме? Или это блондинка, из-за которой вы чуть не опоздали на сцену? Витя, вы можете меня не проверять, чтобы столько волос выросло на голове у вашего автора. Сколько я взял на себя девушек, девочек, манекенщиц, маникюрш, писательниц.
Как вы их только не называли, сколько я взял на себя женщин в свои 67 лет, туфли отдельно, в гостинице, пальто отдельно, потому что к вам неожиданно приехала ваша жена, о которой вы и не подозревали. И я ей говорю, что эта обнаженная девушка в соседней комнате моя. Она натурщица, а я с нее пищу. Она рыдает, потому что услышала о моих внуках. Витя, вы можете не проверять меня. Мне уже 67 лет. Я вас не разлюблю, я уже не успею. А резюме касается вашей профессии. Когда вы пищите, вы можете думать все, что вы хотите. Что вы раскрываете людям глаза. Что вы боретесь с недостатками. Это когда вы пищите. Но когда вы выходите на сцену, вы обязаны иметь успех. Обязаны. Публика вам простит все, если у вас будет успех. Не слушайте никого. Не бывает успеха коммерческого, симфонического. Успех всегда один. Идите мне докажите, что Горовец не великий эстрадный артист, а Райкин ниже Рихтера. Идите мне это докажите. Потеряв успех, вы потеряете все. И будете стоять возле филармонии, как конферансье Сидоровский, и рассказывать, сколько вы дали левых концертов в деревне Шолоховка. Отныне и во веки веков вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи и сказать: «Дима, что-то мне хочется выпить». И вы не услышите другого вопроса. «Что, почему же случилось, что такое? Вы мне звоните так поздно, вы меня разбудили». Но если вы мне скажете: «Дима, мне нужно ведро», я вам принесу ведро, а потом спрошу, зачем оно вам нужно. Я не люблю дружбу обеременять. Я знаю, как правильно, так говорю специально, чтобы запоминалось. Если мы начнем считать, кто у нас неправильно говорит, нам нужно начать с нашего правительства. Я не хочу с него начать. Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье, потому что когда меня спрашивают, как я себя чувствую, я говорю: они не дождутся. Они меня вызвали на чистку. Дмитрий Михайлович, вы 30 лет в партии. Вы руководите таким уникальным заведением, как Одесская государственная филармония. Вы не ходите на политические занятия. Какой пример вы подаете молодежи? Так я им говорю: учение Маркса вечно, а не вечно. Так я еще успею. Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье и за нашу Одессу. Я правильно угадал? А? Ну? А? О. Что-то есть в этой почве, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, что-то есть в этих людях, так ярко говорящих, заимствуя из разных языков самое главное. И когда я приезжаю в Одессу, а приезжаю я каждый год либо на Юморину, либо на кладбище, я жутко огорчаюсь. К счастью, юмор не пропадает, к счастью. Вот такой шкет подбежал ко мне в театре оперетты и говорит: «Дядя Рома, я вас первый раз вижу живым». Я говорю: «Как у тебя впечатление?» Он говорит: «Я думал, живы хуже». И побежал дальше. Я понял, что этот пацан, ему 8 лет, этот юмор подрастает. Он подрастает. Он даже сам не понял, как он правильно сказал, как он дал точную одесскую интонацию. Одесский язык, он тональный. Он очень мягкий, он очень тонкий. Одесский язык тональный. Он как китайский. Возле меня на футболе сидел пацан лет 11. Он увидел своего друга через все поле. Он кричал: «Придурок, иди сюда! Здесь место есть, придурок! Иди сюда, придурок!» Его били по голове, он не смотрел футбол. «Придурок, иди сюда, здесь место есть!» Он так любил своего друга. Ну, он так любил. Очень точная интонация одесская. Я поднимаюсь по лестнице, гостиница «Красная». Вдруг сзади слышу крик: «Молодой человек!» Я продолжаю идти. «Молодой человек!» Швейцар кричит, я продолжаю идти. «Молодой человек!» Я оборачиваюсь, стоит возле него уборщица, говорит: «Вася, что ты кричишь?» Он правильно не оборачивается. «Какой он молодой, посмотри, сколько ему осталось!» Никогда не знаешь, чем закончится одесский разговор. Никогда! Два одессита могут стоять разговаривать, незнакомый, третий подойдет, полтора часа будет стоять, он скажет: «Ой, не морочьте голову», и пойдет дальше. Я пришел
Я пришел в бассейн поплавать. Я очень люблю плавать, я люблю море. Я вырос в воде. Я пришел поплавать в апреле, бассейн, было прохладно. Я нырнул и пошел, молодой тренер меня встретил, говорит, давай, ну-ка, интересно, покажи. Он тренировал детей, мальчиков, девочек. У него одна смена прошла, другая смена. Он пришел закрывать бассейн. Говорит, что такое, ты еще здесь? Я говорю, да. Ты что, плыл все время? Я говорю, да. Сколько? Я говорю, 2 километра. 2 километра без перерыва, блеск. Сколько ты проплыл? Я говорю, не знаю, 1-2 километра, я не знаю, 2 часа, 1.5. Все, завтра у нас соревнование ветеранов, ты всех побьешь. У нас вот такой приз. Я говорю, ты что, мечтаешь ветераном? Он говорит, а кто ж так медленно плывет? Никогда не знаешь, в этом прелесть этого языка. Я встречаю на Дерибасовской своего друга, я его много лет не видел. Он весь зарос, борода. И он говорит, ну что, ты меня узнал? Я говорю, да. Как меня зовут? Я говорю, Миша. Где я жил? Я говорю, на Кирова. Как маму звали? Я говорю, Софа. Как тебе Ельцин? Такой переходик у него. Я обожаю эти переходы. Это вот в гостинице «Аркадия». Я приехал, въехал, смотрю, там в ванной лежит мышка дохлая. Я звоню администратору, говорю, девочки, что такое, у вас там мышка? Она сдохла, все, Софа, хватит, не трави их, она сдохла, все, пусть пока лежит, все. Недавно звоню в Одессу, кричу, плохо слышно, кричу, ору. Это Одесса? Какой-то старичок кричит, пока да. Встречаю знакомую женщину, Наташа, ты так прекрасно выглядишь. Она говорит, это я еще плохо себя чувствую. В этой же гостинице я приехал отдыхать, просто приехал на пляж походить. Иду, у меня жил в люксе какая-то женщина, старушка, меняла мне постели, меняла полотенца каждый день. Я пришел, как-то иду по коридору, идет молодая со старушкой, молодая говорит, о, здрасте, Роман, здрасте. Молодая старушка говорит, смотрит на нее, говорит, ты что, его знаешь? Говорит, конечно, это же Роман. Вот ты смотри, я ему меняла полотенце каждый день, думала, что иностранец. Я ему каждый день меняла полотенце. Ну, а недавно стояла одна одесситка возле памятника, открыли Жукову на Красной площади, на коне Жуков. Стояла какая-то одесситка, подошел репортер, говорит, как вам нравится? Она говорит, потрясающе, я вообще люблю лошадей. Ну, вот. Недавно, это мне уже рассказали, этот случай тоже на привозе. Вы знаете, есть в Одессе такие места, где делают настоящих раков, голубые раки такие. Они специально отправляются во Францию. Лягушки, эти жабы, которые они едят, французы, без которых они не могут. Они голубые, самые настоящие. И вот какой-то парень подошел в Одессе на привозе, говорит, мне нужно, сколько стоит один рак? Она говорит, назвала сумму там 250 тысяч купонов, там, не знаю. А он говорит, вы что, с ума сошли? Один рак? Она говорит, конечно. 250 тысяч? Она говорит, вы посмотрите, это же Ален Делон. Это же Ален Делон. Это Одесская филармония, которую Козак называл публичной. На контроле стояла мадам Гризоцкая, ей было лет 90. Ей говорили, мадам Гризоцкая, идите уже на пенсию, сколько можно. Она говорила, я умру на контроле. Ей давали левые деньги, десятки, пятерки, она их рвала. Деньги рвала, билеты рвала, все рвала. Она ничего не видела, она уже зрение было. Она рвала все. Она мне говорит, куда вы едете? Я говорю, в Ташкент. Привезите мне фельдъегерские чулки. Я говорю, зачем? Пусть лежат. Тетя Маня, уборщица тоже. В Одессе все знаменитые, все. Уборщица в филармонии, симфонический оркестр, сидит во фраках, генеральная репетиция. Она приходит со шваброй и говорит, а ну выходите, мне надо убирать. Они выходят, она убирает. Идите себе опять играйте. Стояла она, смотрела наш спектакль с Витей. Смотрела долго, весь спектакль, что бывает очень редко. Подошла ко мне после спектакля и говорит, товарищ Карцев, могу вам замечание сделать? Я говорю, да. Вы знаете, вы неплохой артист, но вы так пересаливаете лицом. Пересаливаете лицом. Где, в каком языке мира вы услышите эту музыку слова? Пересаливаете лицом. Так же, как я в Москве, когда приехал лет 15 тому назад, я пришел в ресторан и попросил у официанта, заказал жидкое. Они 1.5 часа совещали, не знали, что это такое. Но эта фраза стала знаменитой. Я недавно объездил всю Америку, там 30 городов, у меня было 30 концертов. Она уже там ходит просто как анекдот. А эта фраза, которую я слышал сам лично на привозе в Одессе. Стояла женщина, кричала, зелень, зелень. Я подошел, говорю, дайте 2 пучка. Она говорит, отойди. Зелень, зелень. Я говорю, дайте 3 пучка. Она говорит, отойди, я доллары меняю. Зелень, зелень, зелень. Ну а это... Я пришел в магазин и говорю, что такое? О, я вчера покупал этот продукт, он стоил 50 тысяч. Ночь прошла, он стоит 100 тысяч. Она говорит, а вы не ложитесь. И, к сожалению, огромное количество одесситов уехало. Огромное количество. Город сильно опустел, пострадал.
Я с удовольствием бываю на Брайтоне, потому что он мне напоминает ту Одессу, которую я помнил, 50-е, 60-е годы. Они громко разговаривают, они разговаривают через всю улицу, они подходят, пожимают руки, они рассказывают тебе всю свою жизнь. Они так жили, они так живут, все говорят по-русски, даже те, кто там поляки, болгары, румыны, они всех их заставили говорить по-русски. Там даже продавцы, как китайцы, которые продают там, они все говорят по-русски. Они всех научили жить, всех. Они сидят на берегу океана, лузгают семечки и не сплевывают. В Одессе же не сплевывают, им лень каждую семечку. Они потом так раз. Я иду по Брайтону, какая-то женщина меня увидела, неожиданно говорит: «О!» Я говорю: «Что?» Она говорит: «Ничего». Все, весь разговор. Есть такая там тетя Поля на Брайтоне. Тетя Поля, она уехала из Одессы примерно лет 25 тому назад. Она живет там давно, она не знает языка и не хочет его учить. Она знает «hi», «bye», «thank you», там пару слов английских. Но она выучилась и стала потрясающей, педикюр, маникюр. И к ней приходят американки, и я говорю: «Тетя Поля, а как же вы с ними общаетесь?» Она говорит: «Чтобы не общаться». Она как лошадь: «Я стучу по левой ноге», она дает левую ногу. «Стучу по правой ноге», дает правую ногу. Я говорю: «Ну хорошо, а как вы в магазин ходите?» Она говорит: «А как я хожу? Очень просто. Я купила фломастер, купила там, где не понимают русского. Я рисую, морковку нарисовала, капусту нарисовала. Мне нужны были яички, я нарисовала. Она не понимает. Я дорисовала все остальное». Она поняла. Зачем мне язык? Вот такая брайтоновская Одесса. Это я вам рассказал свои наблюдения. Это не текст Жванецкого. Он меня просит, ты, говорит, когда свою чушь будешь нести, объявляй отдельно. А мои художественные произведения объявляй отдельно. И я объявляю его художественные произведения. Не хоронили в августе в Одессе? Как? Вы не хоронили в августе в Одессе в жару в полдень близкого человека? Давайте попробуем. Давайте вместе с вами. Давайте. Мы с вами движемся к тому куску голой степи, где указано хоронить. Кладбище, чтобы их. Съезжается сразу 15-20 покойников вместе с гостями. Урожайный год, наш участок 208-й. Мы движемся далеко в поле. Там все происходит в цветах. Пьяный грязный экскаватор в цветах давно уже все приготовил. Сейчас он подроет, подсыпет, задевая и разрушая собственную работу. У него потрясающая рожа музыкального вида. Лабух переработанный. Двумя движениями под оркестр он вонзается в новое, руша старое, потом, жутко целясь, снова промахивается, завывая дизелем под оркестр. Дикая плотность. Их суют почти вертикально. Высоко взвывают евреи, поют евангелисты из-за плотности мертвецов. Над могилой какого-то еврея, товарищи, дозвольте мне. Це не Грицько? А де Грицько? Це не Грицько? Белые лица, торчащие носки ботинок и крики: «О, Геволд! Господи, упокой душу его! Товарищи, дозвольте мне!» Хорошо видны четверо в клетчатом с лопатами и веревками. Их тащут от ямы к яме. «Пожалуйста, закопайте! Это же невыносимо! Такая жара! Закопай! Сейчас закопаем! Сейчас торопится! Закопаем! Сейчас куда торопится? Ему все равно! А ты куда торопится? Закопаем! Тебя закопаем! Всех закопаем! Куда торопится? Торопится он!» Ай, жутко, 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 веревки, лопаты, пятеро машут веслами, как лопатами, мы им подвозим, они закапывают, много нас, много, 5 штук сразу, закапывают много нас, живых, правда, больше, это пока, не это на поверхности, они машут веслами, как лопатами, мы им подвозим, они закапывают, не расслабляться, покойники снова в очередях. Стирается эта небольшая грань между живыми и мертвыми. Из-за плотности мертвецов над могилой какого-то товарищи, он был в партии до последнего дня. Какой партии? Ему не хватило цепарина. Какой партии? Если бы хватило цепарина, он бы вообще выжил. Какой партии? Нет, он был в партии до последнего. Вы знаете, я вам скажу. Они сейчас оперируют очень удачно. Они не умеют выхаживать. Так начертаете удачные операции. А что вы хотите, чтобы он оперировал, еще выхаживал? Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил. Вы скажите спасибо, что хорошо оперирует. За что хорошо, за что спасибо, когда я его хороню? А, это уже другой разговор.
Цветы, цветы, крики, о, Господи, как он не хотел брать на себя, он так не хотел брать на себя. Они говорят, бери на себя, он говорит, я не могу, они говорят, бери на себя, вот он взял на себя, все, он здесь, они там, все, все. Вы знаете, я вам скажу, они инфаркты сейчас лечат, ничего не лечат, они их отмечают, отметили, и живи, если выживешь. О, как он не хотел брать на себя, он как чувствовал, он так не хотел, они говорят, строй, мы приказываем, он говорит, я не имею права, оно все взорвется. Они говорят, строй, мы приказываем. Он говорит, я не могу, оно взорвется. Строй, мы приказываем. Он построил, все взорвалось. Они, приехала комиссия, они говорят, мы ничего не приказывали. Все, все. Он здесь, они опять на своих местах. Все. Куда вы сыпете наши цветы? Констант Митч. Где Констант Митч? Констант Митч. А, вот, нет, нет, вот Констант, нет, вот. Констант Митч, и при жизни я вас искал, и сейчас вас ищешь, вечно вас ищешь, Констант Митч. Господи, спаси и помилуй. Суди нас, Господи, не по поступкам нашим, а по доброте своей. Внимание! Последний путь покойному был отмечен тоже почетной грамотой. Там закричали, тут заплакали, там заплакали, тут закопали. Внимание! Разворачивайте всех ногами к дороге. Согласно постановлению мэрии, всех ногами к дороге. С нас тоже справа. Пыри его ногами к дороге, я тебе сказал! Черт его знает, чего больше, рождается или умирает. Какое нам дело, если нас так хоронят? Население, мы население. Марья Ивановна, не ешьте эту колбасу. Это колбаса для населения. Сетевые сосиски, комковатые макароны, страна вечно дымящих мусорных ящиков. Для удобства пассажиров маршрут номер 2 отменяется. Для удобства покупателей магазин 13 закрывается. Для удобства абонентам телефонная станция построена не будет. Да, да, да. Оперируют они очень удачно, только непрерывно. Мы им подвозим, они закапывают. Огромное поле, а все могилы на одном пятачке. Потому что так удобно копателям, так удобно экскаваторщику, так удобно конторе. Всем, кроме нас. Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас. Как наша смерть не нужна всем, кроме нас. Как мы живем, как нас лечат, как нас хоронят. Господи, Боже мой. Осень в Одессе – прекрасное время. Осень в Одессе – плюс 25. Бывает плюс 25 холодно, а это плюс 25 тепло. Раскрыты все окна. Сиплые итальянские голоса, летние сандалии. Из каждого окна пахнет жареной рыбой на постном масле. Конечно, на постном. Я на постном. Она на постном. Это на постном. Эта идиотка на сливочном. Она хочет себя показать, как она изменилась. Как она изменилась. В Одессе осенью мужчины становятся хищниками, попавшими в стадо. Соборная площадь в Одессе, где собирались фанаты футбола, и женщины, и старики, и дети. Огромная, оживленная, пестрая толпа. Я сейчас приехал, соборная площадь, мрачная. Никто не говорит о футболе. Все говорят только о политике, о жизни, о политике. О, никто так не любил наше прежнее правительство, как я. Это что-то патологическое. Это что-то безумное, наверное. Наверное, это неразделенная любовь. Видимо, да, видимо, да. Если бы взаимно, я бы почувствовал. Это не важно, это не важно. Я влюбился как мальчишка, как пацан. Разве прикажешь любовь? Ну, хоть козла, хоть сволочь. Каждый день должен был его любить и видеть, каждый день. Мне говорили, посмотри, в кого ты влюбился. Эти рожи, они же не влезают в экран. Эти мысли, эта дикция. А я не могу, я люблю и все. Я раньше артистов собирал и космонавтов. А эти появились, я тех всех повыбрасывал и только этими любовался. Ма, какие ребятки. Я сундучок завел и кассетку. Кассетку вставляешь сундучок, а он говорит голосом главного, а я прямо весь таю, а он так серьезно. Мы вышли на огромные размышления. К 2000 году должно улучшиться улучшение. Падение, улучшение, нарастание, ухудшение произойдут одновременно. Ой! У меня прямо внутри все обрывалось, в затылке. И неважно, о чем он говорил, неважно. Я балдел от тембра. От говорка.
Это как ветерок. Он на тебя веет, а ты ему все поры навстречу. Он тебя обдувает, а ты ему все свое навстречу. Как я его любил, боже мой. А этот был там, сидел-то. Ой, как он говорил, центр не отдаст. На местах пусть борются сами. Мы не пойдем на повышение цен на бензин. Малообеспеченные слои останутся с бензином и керосином. Слой с бензином, слой с керосином. Западные банки пытались загнать наш банк в угол. Наш банк раскусил их маневр и умчал и все. 100-рублевки поменяли, теперь будем менять паспорта, фамилии и фотографии. Даст нам выигрыш 23 миллиарда, что позволит омолодить население вдвое. Пенсионные книжки пенсионерам будем вносить по внесении 1500, 3000, 30 000 рублей. Это уменьшит население втрое. Паспорта в 16 лет будем выдавать по внесении 10 000 рублей. Это даст нам выигрыш еще миллиона. При подсчете всех высчитов у нас останется 120 миллионов чистыми, здоровыми, трудоспособными. Квартиры освободятся, жратвы навалом, а к рынку перейдем, когда захочем. Бог говорил, боже мой, как я его слушал, сколько эрудиций, сколько мыслей, а этот, ой. Мы вышли на огромные размышления, у стране наступил момент, когда только слепой не видит, только глухой не слышит. Это же песня. Только слепой не видит, только глухой не слышит, как мы вышли из-за поворота и подошли к вопросу. Ой, как он подошел к вопросу. У меня все обрывалось, затылки покалывало. Самые страшные бандиты расслаблялись. Из них выходила вся дурь, все болезни. А он так серьезно. Мы вышли к решению огромных задач. Нам нужно определиться и выйти к решению других огромных задач. Потому что когда это все есть, так оно все тогда и будет. Ой! Неврастенники затихали. Шизофреники замолкали. Самые сервозные бабы замирали, и только слеза в корыто – бух. А этот – центр не отдаст! На местах пусть повесятся, а мы его остановим связи. Нефть добудем, руду продадим, дизеля запустим. Так, беру управление на себя. Непопулярное решение – раз. Непопулярное решение – два. Непопулярное решение – три. Так, посмотрим, что получилось. Опять ничего. Опять народ ни к черту. Землю брать не хотят, заводы брать не хотят, только продукты и парфюмерию. Так, опять беру. Боже мой, как я его любил. А между ними сидел молодой, красивый, здоровый мужик. Молчал потрясающе. Как я любил его молчание. Какие ребятки крепкие. С ними где-нибудь на полянке под миндальный ликер и огурчик. Весь бы дом моделей позагоняли бы на деревья и мальчиков, и девочек. Так я их любил. Я дежурил на каждом углу, где они проезжали. Один раз промелькнул хохолок, профилек, и в матросскую тишину. Как я его любил! Птица, солнце, счастье, орел, перехватчик. Я был его добычей, я. Как он говорил, центр не отдаст. Ой! А этот процесс пошел. Ой! Кого теперь любить? Понятия не имею. Просто понятия. Подожди, да нет, пацан, подожди, пацан, да какой футбол, что ты мне футбол, слышишь, пацан, я тебе говорю, что у нас, вот я тебе говорю, что вот сейчас многие уезжают, то уезжают на запад, то на восток уезжают, я остаюсь, я никуда не уезжаю, я здесь остаюсь, здесь хуже, чем где угодно, но я остаюсь, потому что у нас будет лучше, я тебе говорю, пацан, слушай, меня у нас будет лучше, я вам всем говорю, что будет лучше, вот слушайте меня, да подожди, какое, у нас будет лучше, станет лучше обязательно, станет будет быть, лучше быть, станет быть будет, обязательно лучше станет будет быть, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы. Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народов, с трудом населяющих нашу страну. Вот, вот так. А так нет, так нет, так у нас нет. А так у нас будет лучше. Хотя уже слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Слово «будет», оно уже черное.
Это слово уже сколько, скоро 80 лет, все будет и будет. Ну, оно и почерняло, это слово. Но оно еще сгодится в работе, это слово. Нам еще долго сгодится. Ему придать прежний смысл, оно приобретет новый блеск. Это слово будет. А так нет, так у нас будет, будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, которые тоже уже никому не нужны. От нашего человека сейчас не остается предметов жизнедеятельности. Только продукты жизнедеятельности. Поэтому жили мы или нет, до сих пор же неизвестно. Большие дискуссии, как мы дотянули до этого часа, все. А так нет, а так у нас будет лучше. Не-не-не, у нас будет лучше, невзирая на то, что становится все хуже и хуже. У нас будет, будет лучше. Только опять не сегодня. Только опять завтра. Только завтра опять. Только соединив прошлое с будущим, вычеркнув к чертовой матери настоящее, мы будем жить и работать опять на энтузиазме, опять без зарплаты. Ну, тут уж, шо уж тут уж. Тут уж, тут уж, шо уж, уж тут уж. Тут уж, шо уж тут уж. Вот. А так нет, так нет, так у нас, не-не-не, так у нас будет лучше, будет лучше. Вот. У нас будет, будет лучше. И только опять не сегодня, сейчас так. Нужно так, связать деньги населения, потом их самих. И все. Вернее, развязать им руки и связать их деньги, а потом наоборот. И все. И рынок даст себя знать. Ничего, что без объяснений. Ничего. Давай, 12 числа, 8 утра, давай на рынок. Все. Ничего, что никто не понимает, ничего. Беги на рынок, торгуй, все. У нас сейчас такой рынок, все. Простой человек думает, что такое, какой рынок, куда бежать, где стоять, что продавать, где можно, где нельзя. Акции, инвестиции, никто ничего не понимает. Пока даже специалисты, которые лучше других этого не понимают, не могут объяснить и молчат. Я один говорю, в подавляющем меньшинстве, глядя и видя, что у нас будет лучше. А потому же, а что же, мы же что же, когда же, мы же тогда же кто же, где же мы же что же, когда же, что же мы же кто же. Мы же что же, что же, а мы же, а что же, а мы же. Сейчас окончательно разваливается питьевая, сырьевая, табачная, военная промышленность. Все это развалится. Остальные перейдут к рынку сами собой. И все. И все. Отвар на настой, окурки на объедки, корки на обмылки. Рынок. Все. Не хочу занимать вашего пацана и вашего всех драгоценного внимания на этой почве. Так нет, так нет. Не-не-не. У нас будет лучше, у нас будет хорошо. А где же еще? Уже ж всюду. А мы же, шо же, где же, когда же, кто же мы же, тогда же, шо же, мы же, тогда же. Впереди нас плетутся только Куба и Албания. А мы же, когда же, ну Албань, ну мы же, шо же. Вот так мы втроем придем к светлому будущему. И будем во всем светлом вот так сидеть. Потому что, а когда же, сколько же можно, мы же, шо же. А так нет, так нет, нет. А так, так, если посмотреть, у нас будет лучше. Уже хуже, уже просто, уже некуда. Уже. Поэтому будет лучше, а как же что? И ничто не переубедит меня. Ни голод, ни холод. Ни то, что попродавали все с себя. Наша традиция национальная. Все себя продать, потом купить у китайцев на эти деньги одежду. Ну это же у нас есть, это же у нас не отнимешь. Что же мы же тогда же что? Если нужно, у китайцев отнимем. Холодно, что же мы же тогда же одежду? А так нет, так нет, так у нас так будет лучше, потому что что? Поэтому сейчас так, питаться, питаться, питаться. Что, не помню, кто, по-моему, сказал он, и... Дело его еще живет, а тело гниет, понимаешь? А когда же, надо же уже в землю, сколько же можно. Да, так нет, так у нас будет лучше, нет, потому что что же, когда же мы же, тогда же, что же, где же? Мы же тут же, что же? Погода опять нас подвела, ты понимаешь? Если весной была надежда на недород, так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику. А под каким девизом покупать зерно?
жирные вороны со всего мира, что слетелись на невиданный урожай. С интересом наблюдают диковинных людей. Подайте голодным, у которых огромный урожай. Вот это у нас единственная проблема, как просить, имея все. Я думаю, что надо скрывать. Просить и скрывать. И жить все лучше и лучше, скрывая это, и прося все больше и больше. Думаю так, потому что, а что же, когда же мы же, тогда же кто же, где же. Вот, а так нет, так у нас будет. Будет лучше, если мы доживем, конечно. Мы же часто не доживали, тут же каждый второй. Ну, тут нужно первый, второй рассчитать, а что же мы тогда же ждем. А так нет, так у нас, мы же, где же, когда же. А мы же, что же мы же делаем. Видимо, Италия такая же, видимо. Но там говорят на итальянском, незнакомом, а здесь говорят на моем родном языке. Это удивительный язык. Так вы мне поможете передвинуть шкаф? Конечно, я же обещал. Хорошо, я вас буду иметь в виду. Слушайте, а почему у всех семечки по 10, у вас по 20? Потому что 20 больше. А чем вы гладите тонкое женское белье? Чем я глажу тонкое женское белье? Рукой, чем я глажу. Слушайте, почему рыба клюет? Она же не птица. О Боже, сохрани этот город. Соедини разбросанных. Тех, кто в других местах не могут избавиться от своего таланта и своеобразия. Что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, поэтов, писателей, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет специального одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть человек горячий и степной, как летний помидор, а есть выращенный в ящике и дозревший под стеклом. Он и поет про свою синтетику, и пишет про написанное. А писать, как, извините меня, писать, нужно, когда уже не можешь. Нет смысла петь, если нечего сказать. Нет смысла танцевать, если нечего сказать. Нет смысла говорить, если нечего сказать. Если у человека есть талант, его движимое имущество, он идет им, и поет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто – это переживать за других. И я обнимаю вас, смеющиеся от моих слов, и пойдем втроем по улице, побредем втроем, обнявшись, оставим четвертого стоять в задумчивости, оставим пятого жить в Алма-Ате, оставим шестого работать не по призванию, и пойдем по Пушкинской с выходом на бульвар к Черному морю. Мы пойдем легко и мужественно, ибо все равно идем мужественно, такой у нас маршрут. Мы пойдем с разговорами, они у нас уже не споры, мы думаем так. Мы пойдем достойно, потому что у нас есть специальность, и есть в ней мастерство. И что бы ни было, а может быть все и в любую минуту, но кто-нибудь обязательно поможет нам куском хлеба, потому что не может быть, их были полные залы, значит, будущее наше прекрасное обеспечено. Мы пойдем по Пушкинской, прежде всего, как мужчины, потому что да, потому что нас любят женщины, любили и любят. Мы несем на себе их руки и губы, мы живем под такой охраной. Мы идем легко, и у нас две матери, и старая сменится молодой, потому что нас любят женщины, они знают толк. Мы пойдем уверенно, потому что у нас есть дело, с благодарностью или без нее. С ответной любовью ли без нее, но наше вечное. Им занимались все, кто не умер, говорить по своим возможностям, что хорошо, а что плохо, потому что, когда не знаешь, что плохо, не поймешь, что хорошо. И Бог с ним, с наказанием мерзости, но отличить ее от порядочности, а это все труднее. Ибо так в этом ведре все намешано. И молодая, красивая женщина вздрагивает от слова «национальность», даже без подробностей. Мы пойдем по Пушкинской, потому что нас знают и любят, потому что люди останавливались, увидя нас троих, и улыбались. Да, это зыбка, любовь, масс. Это быстротечно, как мода. Мода быстротечна, но Кристиан Диор живет. У нас есть в запасе свой огромный мир, наш внутренний мир.
Три внутренних мира идут по Пушкинской к морю. К морю, которое, как небо и воздух, не подчинено никому. Оно расходится от ваших глаз вширь, непокорное, свободное. Не скажешь о нем, родная земля. Оно уходит от тебя к другим, от других к третьим. И вдруг так вздыбится и трахнет по любому берегу, что попробуй не уважать. Мы идем к морю, и наша жизнь здесь ни при чем. Она может кончиться в любую минуту. Она здесь ни при чем. Когда нас трое, по-прежнему трое, когда такое дело, когда мы верим себе и вам. Этот спектакль оформил наш одессит Олег Шенцис, такой главный художник театра Марка Захарова. Спектакль поставил Марк Розовский. Написал его, как вы поняли, Миша Жванецкий. Музыку написал к этому спектаклю Теодор Ефимов. Он за мной ездит, он, по-моему, даже сделал. Он каждый раз ездит, смотрит спектакль. Я говорю, зачем ты ездишь? Он говорит, мне нравится моя музыка. Он говорит, ну и я. Здрасте! Здрасте! У нас тут к вам... Что у вас к нам? Сводная заявочка. О, сводная заявочка. Сейчас прямо по списку и пойдем. Прямо по списку и пойдем. Втулка Коническая. Нету. Конической втулки нет? Откуда? Что вы? Это штука Коническая. Коническая втулка? Я ехал, ехал, я ехал. Я понимаю. Конической втулки? А ребята брали? Какие ребята? Кто их видел? Что? Конической? Нету. Нету. Втулка коническая. Ставь птицу. Что ставить? Ставь птицу, найдем. А, птицу найдем. 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 Подшипник упорный ТТ-54. Нету. Подшипник. Не, нет. Упорный. Откуда? Что? А ребята брали. Какие ребята? Что? Подшипник упорный ТТ-54. Ставь птицу, найдем. Птицу найдем. Найдем. Диски спецления ГАЗ-51. А ну еще раз произнеси, недопонял. Диски спецления ГАЗ-51. Спецляются диски для спецления. А, нет. А ребята брали. Не-н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 е. Буряковый? Буряковый. Сами гоните? Сами. Хорошо, хорошо. А то ты знаешь, на соседнем заводе, так они для меня спирт из тормозной жидкости гонят, понимаешь? Это не интеллигент. Прям судороги по ночам невозможно делать. Не интеллигентно. Да. Диски спецления ГАЗ-51. Бери, сколько увезешь. Птицу. Рисуй. Уплотнение фетровое стывое зявое. 8 номер. Как сказал? Еще раз недопонял. Уплотнение фетровое стывое зявое. Сейчас. Уплотнение фетровое, сявое, стывое, сявое. А, фетровое. Фетровое, сявое. Фетровое. Сявое, стывое, ся. Но все равно нету. А ребята... Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не.
А себе? Я не могу. Давай себе. Я пропускаю. Себе давай. Я не могу. Себе. Не могу. Меня послали, я должен продержаться. Себе один не буду. Я не могу, еще список большой. Не можешь, езжай назад. Назад дороги нет. Уплотнение Петрова становится моим. Где-то была парочка. Парочка была? Была. В СИЗО. Рисуем. Пятеренки шестереночные. Вологодские. Ты сказал еще раз, недопонял. Пятеренки шестереночные. Сейчас. На голос иди давай, на мой голос, голос иди. Целься, целься лучше, целься. Закрылки, закрылки выпускай. У тебя полоса короткая посадочная. Пятеренки, шестеренки, четвереньки. Вологодские. А, волговские нету. СИЗО. СИЗО. А себе давай. Я не могу. Езжай назад. Назад дороги нет. Пятеренки, шестереночные, вологодские. Пошукаем. 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 СИЗО. Рисуем. Пошукаем, СИЗО. Пошукаем, пошукаем. Здравствуй, АИС. Здравствуй, СИЗО. Так и должно было. Спасибо, СИЗО. Не надо. Неудобно, на работе все-таки, не надо. Давай же до конца списка дойдем. Дойдем, я уже почти дошел. Три салата. Чего-чего? Три салатерные штуки. Четыре псисы и люля-кебаб. А ну налей еще, что-то не разберу я, что-то не туда, Леш. Эскалаторные штуки. Четыре шланга и брезент. Брезент, брезента нет. Давай брезент. Нет брезента. А у меня водочка. Нет брезента, нет. Пожарники разобрали. А коньячок? Ой, хорошо, но нет брезента-то нет, понимаешь? А бренди? Ой, хорошо, но нету, ты понимаешь, нету. А завтрак туриста? Ну нету, ты понимаешь, нету. Нету? Нету. Вот тут я тебе верю, потому что ты честный человек. Скажите, это склад тот самый? Да. Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу, это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? А какие вам нужны? Ну вот, допустим, пиримидон. Сколько? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что же мне нужно? Сколько? 10. Да что я с пиримидоном? Ну что, 8? Да, 10. Пожалуйста. 15. Пожалуйста. Еще 2. Можно. Еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет. Из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна. Да, 2. Дальше. 3. 3 дальше. 4. Так, обувь. Сандалии импортных нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. 2. Пары? 1 и джинсы. Белые? Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2. Пары? 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1. Пары? 2. 2. 3. 3. 4. 4. Я же не только себе, понимаете? Нельзя, там... только вам. Вас понял. Скажите,
Товарищ! Что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса. Батон? Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Такая, покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре. Четыре. Пять. Ну? Ясно. Четыре, один чуть раньше. Значит, пять. Почему? Сначала четыре, потом пять. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна. Одна. Ну, две. Две. Ну, три. Три. Ну, четыре. Четыре. А вот я слыхал, бывают такие бывают языки, такие олени. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть? Сколько? Кило. Они в банках. Тогда одну, нет две, нет три, чтобы уж сразу. Ну, если вам все равно, четыре. Вы их не будете есть, тогда... они своеобразного посола. Тогда одну. Одна. Нет, две, себе и на работе. Нельзя, только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, одну. Одна. Нет, две, вдруг подает, я тут же съем вторую. Две. Две, одна, нет, три, нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Да, живая. Какая? Живая. Ну, свежая рыба. Ну, какая вас интересует? Живая рыба, свежая. Какая свежая? Какая свежая? Ну, живая какая? Какая живая? Какая живая? Живая рыба какая живая? Я не помню, какая она живая. Сазан. Сколько? Осом. Сколько? Есть? Сколько? Стерлядь. Ну? Что, есть? Сколько? Форель. Ну? Есть? Сколько? Три. Три. Четыре. Четыре. Четыре и стерлядь. Пять. И сом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но не испортится. Пишите три, пусть портится. Вобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Ну, давай пятый сорт Жигулевского, пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? 100. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Металл нужен? А нет, металл сейчас. Это... Скажите, товарищ, а вот у вас есть для... Ну, знаете, мне неудобно. Ну, интимное. Я... Мужской? Женский? Я думал, он общий. Ты ну. Тогда женский. Один. И мужской. Один. По два. По два. По три и детский. Детских не бывает. Это а, дети, да, вы да, что, да, соображаете да, или нет? Тогда по четыре. Один мужской, один женский. Значит, по пять. Значит, по пять еще по мужскому и женскому. Да вы их не расходуете за 10 лет. Почему? Вы не знаете меня. Почему? Тогда по шесть. Один мужской, один женский, еще по одному потом. Когда потом? Через пять минут. Значит, по семь. Значит, по семь еще по одному потом. Через пять минут, да? Да, да, да. Все? А вот я слыхал, бывают такие французские против невозможного. Ну, говорят, чудеса. А у меня с детства врожден. Сколько? Есть. Сколько? Мешок. Это мазь. Бидон. Определенное количество на курс. Сколько? Я не знаю, может быть и 100. 150. Здесь намажу, возьму с собой. Больше 100 не отпускаем. Тогда 100, 100, еще полста. Все? Нет. Скажите, товарищ, валенки есть? Сколько? Не нужно, это я так. Так. Так, все. Нет, не все. Все. Нет, не все. Все. У меня список. Все. Не все. Сами повезете заказ? А вы что, можете? Адрес? А вы все положите, можете, я вам помогу. Куда везти? На Чехова, нет. А в другой город, можете? Адрес? На Красноярск, нет, туда нельзя. Давай ко мне, нет, там сейчас Жорка вцепится. Куда это мне все везти? А вы можете на Пушкинской, и ночь в подъезде переждем. Кто ж ночью повезет? Замаскируем под кус. Не производим. Туда брезентами двух солдат при орудии. Это гражданский склад. Всем запанелька, дали разведка, все, склад закрыт. Нет, все. Не все, попрашивайте, не все. Попрашивайте, склад закрыт, попрашивайте. Попрашивайте. Гречка, попрашивайте. Гречка. И вас все отсюда попрошу за склад выйти отсюда. Попали.
утро, летнее, воскресное, еще прохладное. Потянулась в горы молодая интеллигенция. Потянулись к ларьку люди среднего поколения. Детишки с мамашками потянулись на утренники кукольных театров. Сада потянулись в деревни. Потянулись в своих кроватях актеры, актрисы, художники, прочие люди трудовой богемы и продолжали сладко спать. А денек вставал, денек светлел, и лучи обжигали, и птицы громче пели, и захотелось к воде, к большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе, стал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном, достал из холодильника помидоры, огурцы, сметанку, капусту, все чисто вымыл и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал частей на 6. И складывал горкой в хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал морковки. Нашинковал капусты. Нашинковал салатику зелененького, сочненького. Мелко нарезал огурчиков, сложил поверх помидор. Густо посолил. Полил постным маслом из бутыля. Окропил уксусом, добавил столовую ложечку майонеза и начал перемешивать деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх. Поливал соком образовавшимся, и все снизу и вверх. Чайник, чайник, чайник начал басить и подрагивать. Затем взял кольцо колбасы домашней, крестьянской, отдающей чесночком. Отрезал граммов 150 и на раскаленную сковороду. Жир в колбасе был. Он начал плавиться, и зашкварчала колбаса, и чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник, фарфоровый, в красных цветах, пузатенький, и обдал его кипяточком изнутри, чтоб принял хорошо. Туда две щепоточки чайку, мелкого, нарезанного, подсушенного, цейлонского, и залил эту горку на 2/4 кипяточком. Поставил пузатенького на чайник, а тот его начал снизу парком подпускать, и колбаска, колбаска сворачиваться пошла. Я ее сверху яйцом, ножичком по скорлупе, 3 штуки вбил и на маленький огонек перевел. А в хрустальной вазе салатик соком исходит, под маслом, уксусом, майонезом. Подумал я, и столовую ложечку сметанки для мягкости, и деревянной ложкой снизу и вверх взял вазу, пошел на веранду. А на веранде столик беленький сияет под солнышком, на него тень такая кружевная, узорчатая. Я вазу в тень поставил, вернулся, а в сковороде глазунья сверху прозрачная подрагивает, и колбаски в ней архипелагом, и чайник. Снял пузатненького и еще 2/4 кипяточку, пускай там темно, темным-темно, и настаивается, взял сковородку, пошел на веранду, достал из холодильника баночку, где еще с прошлого года хранилась красная икра. От свежего белого хлеба отрезал хрустящую горбушку и стал мазать ее маслом. Масло твердое, из холодильника. Оно тает и мажется с трудом. Я толстым слоем красной икрой намазал, сел. В левую руку взял хлеб с маслом и икрой, в правую деревянную ложку, и стал есть салат ложкой, заклевываясь от жадности, откусывая огромные куски хлебом с маслом и икрой. Был не переставая есть салат ложкой прямо из сковороды, стал поддевать, отделять пласты яичницы и съел все вместе, колбасу, масло, икру, все сразу, все съел сам, все. Затем, не вытирая рта, я прошел на кухню и вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной Армии. И уже ел салат с яичницей, закусывая бутербродом с красной икрой и запивая все это сладким чаем, чаем, чаем. И на пляж уже не пошел. Остался сидеть дома, скрестив ноги под столом, не имея сил отогнать пчелу, жужжащую над сладким ртом. Зззз, отойди. Жжж, отойди. Зззз, отойди, пчела.
Вот так я сидел. Затем встал, ходить трудно, живот давит. Ничего, стал шире ставить ноги. Дошел до почтового ящика, опять нет газет. А денек разгорался, денек светлел, уже поджаривает. А! Надел на бюст легкую безрукавку. На поясницу и ноги белые брючки, желтые сандалии, на нос темные очки и пошел пешком к морю. Навстречу бидоны с пивом. Прикинул по бидонам, двинул к ларьку. Минут через 10, получая огромную кружку, отхожу в сторону, чтобы одному. Сдуваю пену и пью, пью. Через мягкий или через твердый? Да, мягкий, твердый, я пью. На голове соломенная шляпа, в руках авоська с закуской, вот блеснула узенько. Шире блеснуло, и вот оно, блестит, переливается море. И голоса пошли, граждане отдыхающие, а он у меня плохо ест, а он у меня плохо спит, а у меня 7 бубей, не заплывайте, потерялась девочка, ненормальную мамашу просит зайти за дефективным ребенком. И вот ноги стали в песке утопать. Песок, как раскаленная сковорода. А я глубже зарылся, вот там прохлада. Занял топчанчик. Разделся, сложил все аккуратно. Полит, терплю, чтоб потом ярое удовольствие. Полит, терплю, чтоб потом счастье. Медленно обжигаясь, иду к воде. А вода аж серая от теплоты, шелестит, накатывается, не терплю, и с воем прыжками в поту кидаюсь. Нет, там не нырнешь, там мелко, бежишь в брызгах, скачешь, ищешь где глубже, народ отворачивается, говорит, тю, а ты уже плывешь, холодно еще вперед, набрался воздуха, лег лицом вниз, глаза раскрыты, зелено. Тень моя, как от вертолета. Рыбки, перышки скользнули взводом. Снова смотрю, там ничего. Там песок и тень моя. Вдохнул, поплыл назад. Когда выходишь из воды, невзирая на пиво и салаты, 50 с лишним лет, вырастаешь из воды стройным, влажным, крепким. Сам бы себя целовал в эти плечи и грудь. Никто не смотрит. Ну и ладно. Бегом топчанчику и затих. И голоса пошли. Граждане отдыхающие. Он у меня плохо ест. А у меня плохо спит. А у меня 7 бубей. И вот голоса стали проходить. Уходить. Пропадать. Все ушло. Ушло все. А вы сгорели, молодой человек. А, фу, белок к воде. Бегом к воде. Опять стал опускаться. Раскаленный, красный, расплавленный. Опускался снова. И поплыл. Алла-ба-ди-ба-да-ба, я плыву. Алла-ба-ди-ба-да-ба, я плыву. Алла-ба-ди, плыву. Стрэнджерс, я плыву. А какое удовольствие поесть на пляже. Помидоры я макал прямо в соль. Пальцем прижимал холодную котлетку и запивался это квасом. Теплый, но ничего. Какое несчастье одеваться на пляже. Натягивает носки на песочные ноги. А песок хрустит, не стряхивается. Шел домой уже прохладней. Солнце садится куда-то в санатории. Женщины бегают на дачах из фанерных кухонь краном торчащим. Из кранов идет вода, дети поливают цветы из шлангов, собаки сидят у калиток, следят за прохожими. Полные трамваи потянулись в город, с гор пошла молодая интеллигенция, стада вернулись в деревни, и медленно темнеет воскресный день.